Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Максимова Екатерина. Мне 28 лет, живу в городе Лесосибирске, Красноярский край, поселке Колесниково. Ты популярная? У меня почти 900 тысяч в ТикТоке. А у тебя сколько? Вот это да! Мы почти с тобой коллеги, давай, добей 5. Пока недостаточно популярна, да? Ну, скоро будет. А найди себя, ну-ка дай-ка я посмотрю пару твоих этих. А вы можете, Ксюша, сегодня ТикТок снять? Блин, знаете, я как бы сама по себе. Вот так. Здравствуйте, девушка. Ой, здравствуйте. А вашей маме зять не нужен? Нужен. Ну что дальше? Вы думали, я заплачу? Да, я заплачу, но позже. Ты живешь в деревне? Да, я живу в деревне. У меня трое детей. Дети от разных мужчин. Я в своей жизни, как 9 классов закончила, ни в жизни не работала, ни разу. А как ты зарабатываешь деньги на жизнь? Ну, сейчас благодаря ТикТоку как бы. Меня некоторые люди не понимают, там, считают меня дурочкой какой-то там. Но в жизни я совсем другая. Ты знаешь, что твои подписчики мне написали, чтобы я тебя взяла на программу? Да, это я знаю. Случайно увидел видео Кати в одной из социальных сетей, и она меня чем-то зацепила. Не знаю, у нее в глазах было столько боли, несмотря на то, что она делала очень веселый контент. Я написал перезагрузку, чтобы Кате помогли. Когда меня пригласили, я испугалась. Потому что я первый раз от дома никуда. Для меня это был шок. У меня мечта была, чтобы полетать на самолете, и моя мечта сбылась. Как ты думаешь, почему ты так вот взорвала соцсеть? Ну, мне кажется, из-за зубов, то, что зубов нет у меня. А почему у тебя нет зубов? Я упала неудачно. Тебя ударили? Нет, 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 ни в коем случае. Тебе выбил мужик зуб один. От нас ну, не скрыт. Говори честно. Да, было дело. Сначала до меня никому дела не было. Потом деревня на меня. Ну, я не скажу, что прям все соседи некоторые есть. Начали, типа, вот я в ТикТоке сижу, за детьми не смотрю. Вызвали опеку на меня. Приехала опека, забрала у меня детей. Почти 3 месяца назад. Меня не было дома. А по какой причине у тебя забрали? Из-за жилищных условий. Я по ним скучаю. Я очень хочу их вернуть. Где твой муж? Муж? О, мы с ним плохо ладим, если честно. Ну, я хочу от него уйти, потому что мы стали часто ругаться. Он меня раньше обижал, бил. Когда я с ним поговорила, то, что я уезжаю в Москву, он сказал мне... Все равно? Да, езжай куда хочешь. И мне пришлось сбежать из дома. А где твои родители? У меня нет родителей. Расскажи, пожалуйста, да, зачем ты сюда пришла? Я очень хочу забрать детей своих. И у меня, конечно же, стоит цель измениться. Не только внешне, но и психологически как бы это. Хочется мне вставить зубы. Хочется быть красивой, пойти на работу. Хочется пойти на работу. Снять жилье, уйти от этого своего, ну, с кем я жила. Я для детей хочу быть сильной, ну, чтобы не такой мямлей, потому что я какая-то, знаете, вот мямля, вот реально мямля. Я хочу, чтобы дети во мне видели то, что у них мама может постоять за себя, за них. И, ну, просто хочу детям показаться красивой, что у них красивая мама, что она будет спать. Конечно, так и будет. У них будет красивая, счастливая и успешная мама. Несмотря на яркий образ и большую популярность в социальных сетях, в жизни Катя очень застенчива. И сейчас ее ждет встреча с психологом Владимиром Дашевским. Я не уверена в себе. Вот, например, человек ко мне подойдет, начнет там говорить, вот ты плохая, там это я буду стоять, слушать. А что самое страшное может произойти, если ты вдруг скажешь что-то? Мне кажется, я покажусь как неловко. Несмотря на свой талант, у тебя есть какая-то совершеннейшая неустроенность в жизни, да, как будто бы ты, ну, вот немножко Маугли, да, вот как будто бы ты не приспособлена к этой жизни, да? И есть такое. Я постараюсь придумать для тебя такой эксперимент, который придаст тебе больше уверенности в твоих силах.
Чтобы помочь Кате стать более уверенной и найти работу, которая поможет ей скорее вернуть детей, Владимир Дашевский решил научить девушку общению и элементарным манерам. Для этого он организовал встречу с известным блогером, основательницей школы австрийского этикета Марии Буше, в необычном для Кати месте. Когда я приехала сюда, в эти здания, я зашла, где кушают. Посмотрела меню, ёпрст, это реально. Самое дорогое почти 8 тысяч стоит. Для меня это было шоком. Меня еще спросили, вы будете что-нибудь заказывать? Я такая, нет, извините, я ушла. Снимай, пожалуйста, повязку. Это новая ты, загрузи. Это новая ты, загрузи. Снимай, пожалуйста, повязку. Прикольно. И страшно одновременно, и очень красиво. Вообще, то, что вы на 53-м этаже, и когда я вниз посмотрела, у меня прям голова закружилась. Я хочу пригласить сюда замечательного человека, который тебе, я очень надеюсь, поможет. Мария, добрый день. Добрый день, Владимир. Катя. Мария. Мария могла бы научить Катю элементарным правилам этикета. Я сейчас вам предложу ситуации, которые мы можем проиграть. А вы скажите, какая из них вам важнее, нужнее? На собеседование планируете пойти найти работу? Да. Правила общения? Да. Окей, оставляем. Ресторан. Пойдем с вами в ресторан? Да. Да? Хорошо. Начнем мы, наверное, с собеседования. Давайте присядем. Если ты приходишь устраиваться на работу, представляйся... Екатерина Александровна. Отлично. Фамилия? Максимова. Приятно познакомиться. Как ты думаешь, руку нужно протягивать или нет для знакомства? Да. Нет. Первый по статусу протягивает руку тот, кто выше. Расскажи, что ты умеешь хорошо делать. Полы мыть посуду. Готовить я практически не умею. Вы как-то моете по-особенному посуду? Нет. Можно говорить «да». Скажите, если я буду мыть вам посуду, с этого момента у вас будет больше клиентов в школе? Если я буду у вас мыть посуду, у вас будет больше клиентов в школе. Что еще вы умеете делать? Умею полы мыть. Вы тоже их мыете по-особенному? Конечно. Танцую, когда. Почему нет? Хорошо. Катя успешно справилась с собеседованием, и теперь ее ждет вторая часть обучения. Мари Буше предложила Кате выполнить новое задание. Мы приготовим несколько вариантов глазуньи. Я попрошу тебя все это прокомментировать, накрыть, засервировать, и ты меня пригласишь в ресторан. Договорились? А вы сможете со мной побыть рядом? Чтобы... Конечно. Ждем, когда растворится это все, и... Разбить яйцо даже, и туда положить, в сковороду положить. Я беру сковороду и ложу, блин. Чёрт, я правда. Мне кажется, это превратилось уже в экстремальное шоу. Нет, мне кажется, она будет... Невкусно? Я думаю, что она ждет успеха. Я оставляю тебя. Все в твоих руках. Я хочу взять клубнику и положить ее, даже две, на тарелку. Салатом я хочу положить вот так, на яйцо как бы. Перца не могу, блин, не получается. Это блюдо готово. Я здесь приготовила несколько приборов. Давай с простого. Ты ешь какой рукой суп? В правой. Вилку в какой обычно руке держишь? В правой. А если нужно что-то разрезать? В левой. Отлично. Значит, где будет удобнее, чтобы она лежала? Хорошо. Нож будет в какой тогда руке? И с какой стороны? Умничка. Это для чего маленькая ложка? Мне кажется, размешивать сахар. Мы сейчас будем пить чай или позже? Конечно же, позже. Позже. Тогда откладывай сюда наверх. Давай менять ободок на корону. Мне кажется, пора уже, да? Постарайся съесть так яйцо пашот, чтобы она не упала и не разбила бокалы. Сможешь? Mm-hmm. Мне неудобно, если честно. И это, кажется, не мое. Я не могу. Ну, не мое это с этой короной. Короче, я не чувствую себя с короной.
Суть правил этикета заключается в том, что ты выбираешь то, что удобно в данном месте с данными людьми. Если ты поедешь со своими друзьями на шашлыки, то лучше это все забыть, не доставать эти приборы, а быть максимально комфортным человеком. В этом и есть суть элегантности. Не умничать, а вдохновлять. Я очень надеюсь, что что-то из того, что происходило, останется. Но для того, чтобы навык был устойчивым, нужно время, нужно стараться снова и снова повторять его. Вот этот эксперимент сложным был, потому что я как бы деревенская девушка, и вот этот этикет, блин, я стеснялась, я нервничала. Я думала, я что-то не так сделаю, у меня руки тряслись, и как бы вот так. Я предлагаю с этого момента, давай ты будешь меньше себя критиковать, потому что самый страшный критик для себя. У тебя многое получается. Ты правда крутая. Я в тебя верю. Кстати, эксперимент не пойдет на пользу. Я учла в этом то, что я все-таки буду кушать, готовить, учиться. И я хочу пользоваться все-таки, блин, приборами, научиться. Вскоре Катя займется поиском работы, чтобы забрать детей. Но сперва ей предстоит внешнее преображение. Моя мечта, ну и не только моя, моих детей, чтобы у меня были красивые белые зубы. Известный стоматолог Олег Конников поможет Кате осуществить ее мечту. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Нервничаете? Ну, есть немного. Узнаете себя? Конечно. Обсудим? Обсудим. Здесь есть к чему придраться. Да. Согласна. Замечательно. Замечательно. Проблема с гигиеной – это номер один. Без нормальной чистки зубов у нас вообще ничего не получится. Вот мы что-то удалим, что-то восстановим. Я вам почищу все зубы, я вам сделаю прекрасные съемные протезы. Они будут такие достаточно условно съемные, они будут очень красивые. А съемные они будут не потому, что вы блогер, да, который там пугает своим отсутствием своих зубов, а потому что я волнуюсь поставить сюда имплантант с такой гигиеной. Я вам поставлю этот имплантант чуть позже. Когда вы придете, я посмотрю, что все эти зубы вообще без налета. Все, поняла. У вас потрясающая улыбка. Блин, я такая счастливая, то что у меня скоро будут зубы. А тем временем Катю ждет косметолог Юлия Чеботарева. Сейчас посмотрим поближе. Кать, а как там меняется вообще? Краснее? Бывает краснее или это самое красное состояние? Ну, мне кажется, бывает. А прыщики бывают? Вот около носа, на щеках? Да, бывает. Есть такое заболевание кожное, розация. Но оно это очень часто встречается. Очень многие люди, особенно в России, и особенно в период пандемии, это заболевание расцвело бурным цветом. Потому что такая влажная среда под маской еще больше раздражает кожу. Для розации сделаем инъекционные процедуры. Плазмотерапия. Это берется кровь из вены, центрифугируется в пробирке в такой. И потом вкалываются вот в участке с розацией и вот для улучшения цвета лица. Будешь красивая. Это уже хорошо, что было. Я ни разу в жизни своей не была ни у косметолога. Это очень больно было, я чуть ли не заплакала. Но зато у меня более-менее лицо стало посимпатичнее. Ни углей, ни прыщей нету. Для того, чтобы найти хорошую работу, Кате нужно выглядеть презентабельно. Ну, хотелось бы женственное что-то. Платье я не могу себе позволить одевать или юбки, или шорты короткие, потому что у меня такие ноги кривые. Стилист Катя Гершуни подберет для героини новые образы. Кать, ну выглядишь хорошо. Спасибо. Перезагрузка на пользу, да? Да, наверное, я еще не видела. Разворачивайся. Пипец, да, прикольно. Мне нравится. Ей нравится! Ей нравится! Спасибо, блин. Мне очень нравится. Катюнь, смотри. Я, конечно, знаю, что ты там любишь похулиганить у себя в блоге. Но мне хотелось показать тебя в другом образе, соответствующий образу мамы. Вот этот образ, мне кажется, понравится твоим деткам. А как раз-таки следующий образ, мне кажется, очень понравится тебе. Хочешь посмотреть? Да, уже нетерпение охота выйти. Ну, тогда иди переодеваться.
tears be yelling when they see me killing on the floor. Looks like I'm missing competition from the rest of y'all. I know you're looking at me, I know you want it more. You like those apples, well I'm bad, baby, to the core. Блин, я вообще не думал то, что я могу быть такой красивой. И то, что у меня дети увидят такую, то, что у них мама самая красивая. Короче, это очень круто, блин. Мне нравится, мне все нравится. Моя сладенькая девочка, моя Катюнька, да Катечка, господи, Катенька. Может, ты видишь, как все здорово, Катюня. Ты видишь, как все хорошо. Но ты меняешь, потому что ты молодец. Ты пошла на это ради своих деток. Сейчас просто все на тебя смотрят и гордятся тобой. Для финального завершения образа Катю уже ждут звездный визажист Сердар Камбаров и стилист по волосам Евгений Жук. Катя, привет. Здравствуйте. Я правильно понимаю, тебе вообще хочется как-то такой какой-то выразительности, какой-то яркости? Да, я приехала когда в Москву сюда, я заметила, ну, девочек увидела, у них то красные волосы, то зеленые, то, блин, фиолетовые, и захотелось... Понравилось? Да, хотелось бы попробовать. Что я могу сказать по поводу твоих волос? Я их сожгла сильно. Да, это видно, Кать. Тикток не снимай, как видно, как ты их сожгла. Вот несмотря на то, какой бы цвет мы ни делали, структура волос должна быть красивой. Кать, вот я практически сделал свою работу. Сейчас зайдет Сердар, а он, кстати, на мой взгляд, является, мне кажется, одним из чемпионов по соцсетям и подписчикам. Сердар, заходи. Кстати, он обычно приходит Привет. С ними. Кать, давай что-нибудь запишем в социальную сеть. Да, можно. А давайте в мою. Давайте. Поехали. Раз, два, три. Только не выкладывай. Я думаю, что можно даже... Ты так говоришь, как будто это супер какое-то видео, знаешь. Мне просто ей стыдно за тебя. Нет, почему? Ты серьезно? Нет. Пошли-ка туда, все, пойдем разбираться. Давай запишем еще. Скажи мне, пожалуйста, а ты вообще делаешь... А, нет, я видел, ты делаешь такой трэш-макияж. Да, очень яркий. Очень яркий. А ты его сама придумываешь, да, или смотришь? Сама, сама. А что ты хочешь, чтобы я тебе показал? Стрелки. Ты рисовала когда-нибудь? Ну да, там шейк. В общем, давай сделаем стрелки, но носибельно, аккуратные, ну, для того, чтобы не терять твою индивидуальность. Ты же яркая девушка, мы сделаем их цветные. Итак, девчонки, перед тем, как делать любую стрелку, я советую навеки наносить светлые тени для того, чтобы стрелка не отпечаталась. Обязательно оттеняем складку для того, чтобы века смотрелась рельефно. Если у вас нет цветной подводки или карандаша, вы можете сделать черный карандаш и сверху продублировать яркими тенями. В первую очередь прокрашиваем ресничный контур. И следующим этапом ввожу хвостик. Закроем. Ну что, я закончил стрелку. Вау, прикольно. Нравится? Ярко. И надеюсь, что финальный макияж понравится еще больше. Это новая ты. Считанные секунды остаются до того, как Катя увидит себя в новом образе. Понравится ли ей выбор стилистов? Теперь у тебя новая жизнь, и я уверен, все будет хорошо. Ты потрясающая. Вот когда ты развернешься, это будет как прыжок с обрыва в какую-то воду. Пускай она будет теплой и очень приятной. Ну что, закрывай глаза. Что тебя больше всего потрясло в себе сейчас?
волосы. Волосы? Лицо. Как волосы. Это не я. Ну, пришла я как бы вся, ну, какой-то вот такой, блин. А сейчас я стала увереннее себя чувствовать, потому что появились зубки. Катя попала на программу благодаря неравнодушию своих подписчиков. И сегодня один из них приехал, чтобы лично поздравить ее с перезагрузкой. Привет. Привет. Сори, Антон. Тебе нравится? Очень, да. Прикольно, да? Еще пипец. Цветы. Ага. Вообще, другой человек. Молодец. Я к себе не вернусь. Я в Екатеринбург переезжаю. Хочу детей забрать. И, конечно же, новую жизнь без своего бывшего начать.